Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня вечер у нас будет такой достаточно шумный, да? Ну, вы понимаете, у нас в соседнем зале идет дискотека 70-х. Не шутки. Поэтому мы с вами должны постараться ее переорать как-то. Вот, без вашей помощи мы это вряд ли сумеем. Так что мы репертуар подобрали очень кричательный. Сегодня все-таки с наступающим Новым годом вас, друзья. Вот как бы то ни было, а надо наряжаться в красивые платья. Нужно наряжать елочки. Есть снег, нету снега, но елочки наряжать надо. Ну, давайте вспомним классика «Зимы ждала-ждала». Природа, снег выпал только в январе. Поэтому будем пушкинской строкой как-то согреваться и оправдывать все свои действия. Не обязательно только строкой согреваться. Согреваться можно всякими другими прекрасными вещами. Ну, я буду пушкинской строкой. Я за рулем. Потому что он за рулем. Вот, Евгений Николаевич, может, нам расскажет что-нибудь веселое нынче. Да, вот одна радость, я хочу ей поделиться немедленно. Лида говорит, я вот это платье надену на сегодняшнее выступление. Я говорю, да. Я тоже надену нарядный пиджак. Пиджаку этому больше 20 лет, это, наверное, третий выход в свет его, не более. Вот. Я надел его, он мне впору, я был крайне этому рад. Потом разочарование все-таки меня настигло, потому что я попробовал надеть брюки. Увы, и ах, время все-таки не стоит на месте. Да, упали с него, да и все. Да. Велики. Дорогие друзья, значит, Новый год. Мы вспоминаем обязательно песни из любимых кинофильмов. В первом отделении из мультфильмов, кинофильмов. Все это будет петься хором, не забывайте. Не забывайте, да, подпевать как можно громче. А во втором отделении мы выполним заявки, которые касаются вот лично нас с Евгением. Может быть, что-то вы хотите от нас все-таки услышать, кроме таких хоровых песен. Ну что ж, начнем с гимна новогоднего, который сочинил Сергей Михалков и Виктор Берковский. Михалков все гимны сочинил, что поделаешь. Говорят под Новый год, что не пожелается, все всегда произойдет. Все всегда сбывается, могут даже у ребят сбыться все желания. Нужно только, говорят, приложить старание, не лениться, не зевать, иметь терпение и учение не считать за свое мучение. Говорят под Новый год, что не пожелается, все всегда произойдет, все всегда выйдите из дома, если вам не в радость солнечный денек. Пусть вам улыбнется, как своей знакомой, с вами вовсе не знакомый встречный паренек. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас. Если вас с любимой вдруг поссорил случай, часто те, кто любит, ссорятся зазря. Вы в глаза друг другу посмотрите лучше, лучше всяких слов порою взгляды говорят. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз, и хорошо.
кто-то другом был в несчастье брошен, и поступок этот в сердце вам проник. Вспомните, как много есть людей хороших, их у нас гораздо больше. Вспомните про них, и улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас, и хорошее настроение не покинет больше вас. Друзья, у кого какой самый любимый музыкальный новогодний фильм, скажите? Чё-чё? Правильно, «Чародей»? Гениально! Все угадали. Все угадали, все любимые. Ну что? Ну тогда будем сейчас петь все подряд. Начнем с «Чародеев». Окей? Когда приходит год молодой, а старый уходит вдаль, снежинку хрупкую спрячь в ладони, желание загадай. Смотри с надеждой в ночную синь, не крепко ладонь сжимай, и все, о чем мечталось, спроси, загадывай и желай. Новый год, что вот-вот настанет, исполнит вмиг мечту твою. Если снежинка не растает, в твоей ладони не растает, пока часы 12 бьют, пока часы 12 бьют. Когда приходит год молодой, а старый уходит прочь, дано свершиться мечте любой, такая уж эта ночь. Затихнет все и замрет вокруг в преддверии новых дней, и обернется снежинка вдруг жар-птицей в руке твоей. Новый год, что вот-вот настанет, исполнит миг мечту твою. Если снежинка не растает, в твоей ладони не растает, пока часы 12 бьют, Антон, будь любезен, Лидию, гитарку чуть больше в монитор, не слышу совсем ее. Остыли реки, и земля остыла, и чуть нахоплились дома. Это в городе тепло и сыро, это в городе тепло и сыро, а за городом зима, зима, зима. И уносит меня, и уносит меня в звенящую снежную даль. Три белых коня, эх, три белых коня, декабрь, январь и февраль. И уносит меня, и уносит меня в звенящую снежную даль. Объятия, и до весны все дремлет тут. Только елки в треугольных платьях, только елки в треугольных платьях мне навстречу.
навстречу все бегут, бегут, бегут. И уносит меня, и уносит меня звенящую снежную даль. Три белых коня, эх, три белых коня, декабрь, январь и февраль. И уносит меня, и уносит меня звенящую снежную даль. Три белых коня, эх, три белых коня, декабрь, январь и февраль. Остыли реки и земля остыла, но я замерзнуть не боюсь. Это в городе мне грустно было, это в городе мне грустно было. За городом смеюсь, смеюсь, смеюсь. И уносит меня, и уносит меня звенящую снежную даль. Три белых коня, эх, три белых коня, декабрь, январь и февраль. И уносит меня, и уносит меня звенящую снежную даль. Три белых коня, эх, три белых коня, декабрь, январь и февраль. Следующий новогодний фильм. Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной, и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная сами, так любите. За мой ночной покой, за редкость встреч загадными часами, за наши негулянья под луной, за солнце не у нас над головами, за то, что вы больны, увы, не мной, за то, что я, увы, больна не вами. Что касаемо вообще русского городского романса, я маленькое такое отступление сделаю. Однажды, это еще в советскую эпоху, это была моя филармоническая деятельность, я работал, вернее, попал в программу, называлась она «Мастера искусств, мастерам труда». Смысл ее состоял в следующем. Значит, собирается команда артистов, 2-3 обезьяны, там, скажем, Кобзон, Аллегрова, и еще, ну, так называлось на сленге, и еще какие-то малоизвестные артисты, которые, в общем, и наполняют весь этот концерт. Такая программа, она приезжала в город, вставала на стадионе, пятница, суббота, воскресенье, концерты для города, снимались и ехали в другой. И так вот все лето. Вот, и я тогда аккомпанировал певице, и пели мы там 2-3 романса, там «Отвори калитку» и что-то вот, ну, прям вот такое, там классика-классика должно быть в программе, так решил режиссер. И в тот же, это было в конце 80-х, попала американская группа в эту программу, что уж, ну, совсем перестройка. Вот, приехали такие ребята в заклепках, вот с такими волосами, вот как Европа, помните, тогда вот была такая тар-дам-дам-тар, вот они такие, все были одинаковые. Вот. А я вообще на тот момент был таким западопоклонником и в музыке, и во всех делах. И так их привозили на площадку ровно в тот момент времени, когда мы выходили на сцену. И вот мы поем, эти калитку отвори, отвори, и мне так неловко. Они вот тут встают, вот все время вот так вот встанут и смотрят мне в глаза. Вот. И как-то мне так неловко. Они там рок играют, они как Джон Бон Джови. Вот, а,
так, вот ну, волосы у них там трясут. Не, у меня тогда тоже были. В общем-то, тогда были. Вот. И так мне неловко все это было. Но потом все-таки через водку нашли мы общий язык. И они мне говорят, мы в восхищении. Они никак не могли понять, как можно без темпа, без какой-то внятной динамики, то есть без всяких опознавательных вот этих реперных точек, на которых, собственно, как бы базируется музыка. Она же должна на чем-то там, какие-то опорные точки быть для всех музыкантов. И они назвали, говорят, это Russian Jazz, потому что они так и не могли понять, как музыкально организована вот эта ткань. А для нас ведь так все естественно. Здесь побежали, здесь погромче, здесь потише, и все вполне естественно. Вот, поэтому вот с тех пор я как-то так начал обращать внимание сначала на романс, потом на Чайковского, вот, а потом оказалось, нет, нам есть чем гордиться. Поэтому романс — это Russian Jazz, мы решили так. Ну тогда продолжим. На Тихорецкую состав отправится, вагончик тронется, перрон останется, стена кирпичная, часы вокзальные, платочки белые, платочки белые, глаза печальные, начнет выпытывать купе курящий про мое прошлое и настоящее. Совру с три короба, пусть удивляется, с кем распрощалась я, вас не касается. Откроет душу мне матрос в тельняшечке, как тяжело на свете жить, бедняжечке. Сойдет на станции и распрощается, вагончик тронется, он останется. На Тихорецкую застав отправится, вагончик тронется, перрон останется, стена кирпичная, часы вокзальные, платочки белые, глаза печальные. Никого не будет в доме, кроме сумерек один. Зимний день в сквозном проеме, незадернутых гордин. Только белых мокрых комьев быстрый промельк маховой, только крыши снег, и кроме крыши снега никого, крыши снега никого. И опять зачертит ими, и опять завертит мной прошлогоднее уныние и дела зимы иной. Но нежданно по портьере пробежит вторжение дрожь. Тишину шагами мери, ты как будущность войдешь. Ты появишься из двери в чем-то белом, без причуд, в чем-то впрямь из тех материй, из которых хлопья шьют. Никого не будет в доме, кроме сумерек один. Зимний день в сквозном проеме, незадернутых гордин. Совсем неожиданная песня, хотя почему неожиданная? А снег идет, подальше все вокруг чего-то ждет. Под этот снег, под тихий снег,
хочу сказать при всех. Мой самый главный человек, взгляни со мной на этот снег. Он чист, как то, о чем молчу, о чем сказать хочу. Кто мне любовь мою принес, наверно, добрый Дед Мороз. Когда в окно с тобой смотрю, я снег благодарю. А снег идет, а снег идет, и все мерцает и плывет за то, что ты в моей судьбе. Спасибо, снег, тебе. Снег идет, и все мерцает и плывет за то, что ты в моей судьбе. Спасибо, снег, тебе. Спасибо, снег, тебе. Спасибо, снег, тебе. Вполне можем перекричать, мне кажется, дискотеку, если грянем. Мы за душевностью возьмем. Романсом. Руслановых расскажи лучше. Вот Лида все время настаивает. Новогоднюю тему надо обязательно как-то затронуть. Вот. И катались ли вы в Челябинске в январе на слонах? Надо говорить фразой, вот тембром таким. Любите ли вы театр? Вот представьте себе. Вот, а мне довелось однажды, это опять же филармония, и дело было действительно в январе. В филармонии чего только не бывает. А, ну так это же удивительная вещь. А, и наступило вот то время, когда Новый год уже кончился, а следующие концерты там еще и не думали начинаться. В общем, после 13 января в тот момент времени мы принимали участие в новогодней программе, которая шла прямо на арене Челябинского цирка. И вот за все это время очень сдружились с цирковыми ребятами. И вот как бы празднуя окончание новогодних праздников, у нас ведь все было работа, сейчас праздники только наши начинаются. А тогда был очень популярен спирт «Роял». Собственно, ничего другого и не было. Вот, и праздновали мы именно так. И вот празднуем и празднуем, и вдруг там часа в 4 утра кто-то из церкви говорит: ребята, хотите на слонах покататься? Мы говорим: конечно, хотим. К тому времени мы уже хотели на слонах покататься. Он говорит: а как мы покатаемся? Когда я дрессировщик, сейчас пойдем. Ну, мы решили отпраздновать и это тоже событие. Хотя вот о чем говорят приметы? За будущее не пьют. Вот. А мы что-то выпили. Вот. Ну, в общем, пока выпивали, когда пришли, а это было в гостинице цирковой на метрах в 300 от самого цирка, а там сугробы, узенькая тропиночка, в общем, мы вот такой вот вереницей пошли, там человек, может быть, нас 20, может, меньше. Вот когда мы пришли, то среди, вот в наших рядах этого дрессировщика уже не было. Где-то он то ли в гостинице остался, то ли не дошел, да. Но мы полны были решимости все-таки реализовать задуманное. И, ну, думаешь, слонов-то мы, наверное, в цирке найдем, всякое разное, куда их можно спрятать. И нашли. Вот. И выгнали их на арену. Ну, их было 4. Я хорошо помню, что их было 4. А тут 3. Мы думаем, ну не в кабинете же директора 4-й-то слон. Где-то же. Ну, в общем, не нашли. Потом, как выяснилось, и хорошо, что не нашли. И, значит, вот мы выгнали их там уже под утро, часов, может, 5, вот в 6. Они тоже недоумевают. И стоят 3 горы такие. Мы подошли к нему, как те мудрецы, за хвост, за ногу, как туда забираться-то? Это ж непонятно. А дрессировщик знал какое-то заветное слово, что так раз, он так лапку согнет, и ты туда, в общем, залез. Ну, мы не знали этого заветного слова, но я все-таки человек смекалистый. Говорю: ребята, я знаю, как туда попасть.
Значит, загоняйте их назад туда, с арены, опять туда, в этот вот отстойник. А потом, видите, говорит, площадка для оркестра наверху, она как раз над выходом. Сейчас мы туда поднимемся, вы слонов погоните, а мы сверху спикируем на них, и все. Но это снизу так выглядело все легко. Когда я поднялся на эту площадку, там все-таки до слонов, до этих метров, нет, не 4, но 2 с лишним точно. А это все-таки не маленько. Надо, в общем, в таком возбужденном состоянии попасть на движущегося слона. А это оказалось весьма непросто. Ну, коль я предложил, говорит, тебе как инженеру, мол, ну, давай и пробуй. А я уже отступить не мог. Ну, а как? Назвался груздем, залазь на слона. Ну, в общем, загнали мы их туда. Я говорю, давай! Их... Спирт-роял. Другой страховки не было. Вот. Как там этот девиз, этот отвага и... Слабоумие и отвага. Вот это про нас. Вот. Давай, только смотрю, хобот показался. Ну, думаю, где-то так... Я уже рассчитываю про себя, что он сейчас движется с такой скоростью, я буду падать с другой, чтобы нас как-то мы в одной точке сошлись. Думаю, что пора. Вот. И я, значит, ну да, это только роял мог такую штуку сыграть со мной. И я действительно, я бросаюсь как в омут на этого слона. И вот тут, знаете, такое вот бывает в жизни моменты, когда время останавливается. И вот я лечу, а еще чувствую, что ведь надо мне потом зафиксироваться как-то на нем, несмотря на то, что он велик, но все равно. И вот я, значит, лечу на этого слона. И уже начинаю в деталях, тогда я видел хорошо, еще очков не надо мне было, разглядывать вот эту посадочную поверхность. Да, а там вот такая щетина, вот как мои пальцы. И я так лечу, думаю, а я себя удивлялся, думаю, как они попонку, вот такую вот попонку бросят туда, не привязывая ни к чему, оно там держится на нем хоть бы что. Я понял, почему держится, да, неспроста держится. А мне попоночку никто тогда не подстелил. Вот. А я лечу уже, то есть понятно, что ничего изменить уже нельзя. И в то же время надеюсь закрепиться как-то на нем. Думаю, даже если не закреплюсь, то я как-нибудь, ну как на ежика прыгнул, да и все. Куда ты, черт, денешься, да? Ну и вот. В общем, падаю на него, но молчу. Молчу. Они говорят, ну как? Я говорю, хорошо, давай, давай. И все мы попрыгали, покатались потом. Я еще полтора месяца был в точках весь. В таких вот удивительных. Да, да, акупунктура. Так вот сразу ты еще не скажешь. Вот, но что нас спасло? Нас спасло следующее, что мы все-таки вот удачливые, да? То ли рояль, то ли вообще... Да, ну, во-первых, мы до этого бы, наверное, не докатились. А во-вторых, четвертого слона, а это он был самец, его как раз отвезли куда-то там на передержку, потому что здесь были критические дни. Вот если мы нашли четверых, то вряд ли бы мы сейчас с вами беседовали. Как нам сказал потом протрезвевший этот укротитель слонов. Так я что хочу? Вот это помните, как у Горина... Кому на роду что написано? Вот, выжили, и слава Богу. С Новым годом, с наступающим. Здоровья вам, счастья. Больше, собственно, мне вам предложить нечего. Давай крылечко споем тогда. Ну, чтобы, да. Еще один романс. Еще мы когда планировали программу, она говорит, ну вот здесь вот про слонов расскажешь, а потом «Война и мир». А потом споем песню такая, «Война и мир». Да. Ну, говорит, ну, пожалуй, что не стоит. Да, сейчас подумала, наверное, «Война и мир» сейчас не очень. Давайте «Крылечко». На крылечке твоем каждый вечер вдвоем мы под окном стоим и расстаться не можем на миг. До свидания скажу, возвращусь и хожу. До рассвета хожу мимо милых окошек твоих. И сады, и поля, и цветы, и
такие родные твои. Не от солнечных дней, не от теплых лучей расцветают от нашей горячей светлой любви. Если надо пройти все дороги и пути, те, что к счастью ведут, я пройду, мне их век не забыть. Я люблю тебя так, что не сможешь никак. Ты меня никогда, никогда, никогда любить. Ты говоришь мне о любви, а разговор напрасно начал. Слова я слушаю твои, и ничего они не значат. Свете лучше всех, только это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег, одна дождинка, еще не дождь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег, одна дождинка, еще не дождь. Когда-нибудь, но не теперь, придет любовь, чтоб стать судьбою. Придет, как ливень, как метель, все заслонив вокруг собою. Может, ты на свете лучше всех, только это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег, одна дождинка, еще не дождь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег, одна дождинка, еще не дождь. Но может быть, вдруг я сама тебе в глаза взгляну иначе, и станут вещими слова, что ничего сейчас не значат. Может, ты на свете лучше всех, только это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег, одна дождинка, еще не дождь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег, одна дождинка, еще не дождь. В новогодние дни принято подводить итоги года, что за год было сделано хорошего, что произошло. И вот, что действительно хорошего произошло, так это мы записали два альбома, наконец-то, долгожданных в этом году. Один взрослый, другой детский. Детский. Сейчас мы вам из детского будем петь. А вы думали. Но сначала из взрослого. Сначала новелла Матвеева. Страшно люблю. Мне было довольно видеть тебя, встречать улыбку твою. И если ты уходил к другой или просто был неизвестно где, мне было довольно того, что твой плащ висел на гвозде. Когда же наш мимолетный гость, ты умчался новой судьбы ища, мне было довольно того, что гвоздь
остался после плаща. Течение дней, шелестенье лет, туман, ветер и дождь, а в доме событий страшней нет, и стенки вынули гвоздь. Туманный ветер и шум дождя, течение дней, шелестенье лет, мне было довольно, что от гвоздя остался маленький след. Исчез под кистью старого маляра. Мне было довольно того, что след гвоздя был виден вчера. Любви моей ты боялся зря, не так я страшно люблю. Мне было довольно видеть тебя, встречать улыбку твою и в теплом ветре ловить опять то скрипок плач, то литавров медь. А что я с этого буду иметь, того тебе не понять. Друзья дорогие, если вы хотите во втором отделении какие-то песни услышать, вы их лучше закажите. Потому что второе отделение мы по традиции не составляем. Вот, а ждем от вас заявок. Вот, чтобы... Если не будет заявок, мы домой пойдем. Хорошо. Так, еще новелла Матвеева, но уже с детского альбома нашего. Из пластилина, пластилин нежней, чем глина. Я леплю из пластилина кукол, клоунов, собак. Если кукла выйдет плохо, назову ее дуреха. Если клоун выйдет плохо, назову его дурак. Подошли ко мне два брата, подошли и говорят: разве кукла виновата? Разве клоун виноват? Ты их лепишь грубовато, ты их любишь маловато. Ты сама и виновата, а никто не виноват. Я леплю из пластилина, а сама вздыхаю тяжко. Я леплю из пластилина, приговариваю так: если кукла выйдет плохо, назову ее бедняжка. Если клоун выйдет плохо, назову его бедняк. А еще одна песенка из нашего детского диска. Я понятия не имела, что она, оказывается, бардовская. Знаю ее откуда-то, с пионерского лагеря, пели как дворовую. Написала Юрий Устинов на стихи Вячеслава Крапивина. Синий краб, среди черных скал в тени. Синий краб, он приснился мне во сне. У него 8 лап, 2 огромные клешни. И серебряные звезды на спине. Рыбаки ловят рыбки, тобой бьют китов. Делом заняты с утра и до утра. Только я с той поры позабыть про все готов. Все ищу залив, где водится мой краб. Ну зачем он тебе?
Этот страшный зверь морской, с ним в беду очень просто угодить. У него ужасный вид, он, наверное, ядовит. Не сварить его ни в банку, посадить. Сто ночей не усну, буду думать все о нем. Буду думать, буду плавать и грустить. Мне бы только взглянуть на него одним глазком. Просто так посмотреть и отпустить. Мне бы только взглянуть на него одним глазком. Просто так посмотреть и отпустить. Ну и еще одна песенка вошла в наш диск. А, нет, мы сейчас споем обязательно Геннадий Гладков и Юлий Ким. Ну, конечно же, Геннадий Гладков и Юлий Ким. Ответьте, пожалуйста. Это важно. А прямо в тональности. Ага. Точка, точка, запятая. Вышла рожица смешная. Ручки, ножки, огуречек. Появился человечек. Что увидят эти точки, что построят эти ручки? Далеко ли эти ножки уведут его? Как он будет жить на свете? Мы за это не в ответе. Мы его нарисовали только и всего. Что вы, это важно. Чтобы вырос он отважным, чтобы мог найти дорогу, рассчитать разбег. Это трудно, это сложно, но иначе невозможно. Только так из человечка выйдет человек. Впрочем, знают даже дети, как прожить на белом свете. Легче этого вопроса нету ничего. Просто надо быть правдивым, благородным, справедливым, умным, честным, сильным, добрым. Как все просто удается на словах и на бумаге, как легко на гладкой карте стрелку начертить. А потом идти придется через горы и овраги, так что прежде, человечек, выучись ходить. Как чудесно, что однажды получается то, что раньше не умел. Но тотчас же вдалеке обозначается недостигнутый предел. И опять идешь, пока не одолеешь, и конца пути не видно. Но зато будет час, настанет время, и однажды ты сумеешь то, что не умел еще никто. Точка, точка, запятая, два кружочка вместо глаз. Точка, точка, запятая, это кто-нибудь из вас. В добрый путь дорога требует отваги, и мечта зовет искать и находить. Ты поднимешься на горы и пройдешь через овраги, только прежде выучись ходить. Точка, точка, запятая. Точка, точка, запятая. Вот эту песенку мы наконец-то записали. Мы много лет она у нас в репертуаре. Вот, наконец, сподобились, записались. Специально под нее записали детский альбом. И туда же вошла еще одна песня Геннадия Гладкова, одна из ранних-ранних его работ. Это как раз кинофильм «Новогодние приключения Маши и Вити». Это Геннадий Гладков. Замечательный мюзикл. Там есть песенка, дорожная песня, которая повторяется Маша и Витя, которые поют на протяжении всего фильма. Вот мы собрали все варианты текста в одну песенку, и получилось у нас вот что в итоге. Thank you.
летать, люди без опаски. С детства учимся мечтать, мы у старой сказки. Объяснить нам не успел ни один учебник, тот, кто честен, добрый, смел, тот и есть волшебник. Чего бы не сказать дружно вслух всем вместе, в трудный час не унывать, помогают песни. Пусть дорога тяжела, знаем без подсказки, что добро сильнее зла наяву и в сказке. Всем на свете, наконец, нам напомнить нужно. Ежедневно 100 чудес совершает дружба. Важно только не забыть, как ответ с решением в жизни каждый должен быть добрым и волшебником. Без Евгения Крылатова. Мультик будем вспоминать? Да. Кабы не было зимы в городах и селах, никогда б не знали мы этих дней веселых. Не кружила бы малышня возле снежной бабы, не петляла бы лыжня, кабы, кабы, кабы. Не петляла бы лыжня, кабы, кабы, кабы. Кабы не было зимы, в этом нет секрета, от жары пустали мы, надоело лето. Не пьетра бы к нам метели на денек хотя бы, и снегирь не сел на ель, кабы, кабы, кабы. Снегирь не сел на ель, кабы, кабы, кабы. Кабы не было зимы, а все время лето, мы б не знали кутерьмы новогодней этой. Не спешил бы Дед Мороз к нам через ухабы, лед на речке б не замерз, кабы, кабы, кабы. Лед на речке б не замерз, кабы, кабы, кабы. Кабы не было зимы в городах и селах, никогда б не знали мы этих дней веселых. Друзья, мы закончим наше первое отделение песенкой Михаила Щербакова. Песня о молодости. Она тоже новогодняя. Вот, и ее все равно попросят. Нет, другая, так что... вот я так носом потянул, говорю, и для кого-то жареным запахнет, чувствую. У меня другая песня вот почудилась. Эх, чистое окно, за окном воля, дом не дом, а сказка, и чего там только нет. Даже добрый дух есть, зовут Коля, а хоть бы и Дима звали, не о нем сюжет. Сюжет о том, как молодой и непослушный парит вверху над домом кораблик воздушный. Не то инопланетный, не то обман зрения не дал объяснения пока никто. Но в застолье или в трезвой памяти, поодиночке, либо всем народом в раз, бывало выглянем, а он, красавец, там летит, и значит, как бы все в порядке с Новым годом у вас. А он порхает в вышине, как бабочка, и 31 числа, и 1-го траектория его загадочна. Не то парабола, не то гипербола. Краткий год подобен дню, день под стать блигу. Спросит, чем вы жили,
не вымолвишь в ответ, что, мол, пили водку или клубнику, а хоть бы смородину. Не о ней сюжет, сюжет о том, как самой себе в радость летела моя молодость. Моя младость махал крылом кораблик с небес и был светел. Никто и не заметил, как он исчез, а вместе с ним ушел сюжет из повести. И строчки вьются в кривь, как традисканция. Опишу их, к примеру, в поезде. И следующая станция Франция. А вы мне скажете, что это, мол, лирика, и что кораблик тот в кино все видели, а все же мне бы на него хоть и знали, поглядеть бы наяву хоть и изредка, постучать бы в то окно, засвистать идейка, вместо «Гуден Морген» кукарекнуть, как петух. Холодна ли водка, сладка ли клубника, все ли добрый дух сильней недобрых дух. Не жду ответа, не ищу возврата, она на то и молодость, что крыла-то чего не понял в 20, вдруг поймешь в 40, уж тут никто не зорок, всяк близорук. И потому-то я сижу теперь в поезде, а незабвенный мотылек, кораблик мой по парабле несется, бог весть где, и конца, и краю нет. Парабле той на честном слове, или так на отзвуке, на первой буковке от слова честного. Но летит он, кувыркаясь в воздухе, по парабле Лобачевского. Всяк был молодым, да не всяк старым, одного застолье влекло другого храм. Кто бренчал монетой, а кто гитарой? В финале «Новогодняя полечка» с хорошим настроением отправляемся. Юлия Ким. На полянке, на лужайке, где одни снега, скачут белки, пляшут зайки, а кругом тайга. Да-да-да, не до них сегодня волку, не до них лисе. Сегодня, сегодня, сегодня пляшут все. Сегодня, сегодня, сегодня пляшут все. Пляшут села и поселки, скачут города. Хорошо плясать у елки, да-да-да-да-да-да-да. И сегодня мы желаем вам веселье и счастье с песней пополам. Веселье и счастье с песней пополам. И сегодня мы желаем вам веселье и счастье с песней пополам. Веселье и счастье с песней пополам. Антракт.